Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму вкуснейшую аджику из зеленых помидоров. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 1 килограмм зеленых помидоров нарезаем дольками и удаляем место, где крепилась плодоножка. До 80 граммов репчатого лука режем произвольными кусочками. Болгарский перец освобождаем от семян и режем небольшими ломтиками. Вес перца в чистом виде 300 граммов. Также нам понадобится 10 граммов острого перца и 300 граммов яблок без семенной коробочки. Все подготовленные продукты поочередно пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой. В полученную массу добавляем 20 граммов соли, 50 граммов сахара, 120 миллилитров рафинированного подсолнечного масла. Хорошо все перемешиваем и отправляем на плиту. С момента закипания варим содержимое миски 30 минут. Массу периодически мешаем. По истечении времени добавляем в соус 3 грамма сушеного базилика, 30 граммов пропущенного через пресс чеснока, 50 миллилитров 9% уксуса, перемешиваем и продолжаем варить еще 2 минуты. Затем прямо с плиты, не выключая огня, разливаем аджику по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Наполненные доверху банки закатываем, переворачиваем на крышки, даем так полностью остыть, а затем убираем на хранение в погреб или кладовку. Из указанного количества продуктов получается 2 пол-литровые баночки, плюс немного на пробу. Вот и все. Вкуснейшая аджика из зеленых помидоров на зиму готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.